Всем привет! Сегодня я веду репортаж «Да-да-да» с русского поля о снежном гиганте 7,5 метров. Ребята, снеговик! Сейчас мы подойдем поближе к этому чудо-снеговику. Создали этого снежного гиганта специально для конкурса, который проводит популярный YouTube-канал «Сливки Шоу». Главный приз 100 тысяч рублей! Создавали его ребята Костромич Кирилл, по-моему, его так зовут, с подругой. Потом появились у них помощники. Снеговика лепили 17 дней, по 4, по 8 часов в день. Снеговик получился супер. Здорово, дружище. Здорово, мужик. Ну, как у тебя дела? Стою, стерегу пока зимушку. Да, весна скоро. Ну, ничего, ничего. Мы еще повоюем. Ребята, я слышу, как кто-то разговаривает со мной. Ну, ладно, желаю тебе удачи. И тебе, мужик, удачи. Вот такого гиганта сделали ребята. Пуговки из линолеума, шили варежки, соорудили ручки. 7,5 метров. Гигант, гигант. А снежище идет. Зима не уходит. Сейчас мы обойдем снеговика. Высота большая. Сначала местные жители не понимали, что за чудо стоит в поле. Варежка. Но через некоторое время снежный гигант стал настоящим паломничеством среди костромичей. Сюда приезжают, снимаются, фотографируют. Весь этот процесс, как делали ребята снеговик, можно найти на просторах интернета, в Ютубе. Давайте, ребят, поддержим. Они молодцы. Желаем, чтобы они победили. И сейчас привет передаст снеговику Дед Мороз. Ой, молодцы, ребята, ой, молодцы. Какого снеговика слепили мне, внучка, внучка. Вот такой вам лайк и морозная грамота. Морозная грамота в моем тереме. Приходите. Ай, молодцы, помощник у меня появился, внучок, встречает издалека, как бы говорит, заходите, заходите к нам в гости. Ну что ж, желаю, чтобы ты выиграл у нас. Ребятам я ставлю большой лайк за труд. За такого гиганта. Поддержите, ребят. Я думаю, наши ребята выиграют. Всем пока. До новых встреч.